болида Формулы-1. Компа. Здесь установлена сразу же. Так вот выглядят педали. Видите, как это тестируется. Для теста ящик. Стоит Элита. Напиши раз, 6. Опередил. Впереди. Приветствую всех на канале bestracer.ru. Я нахожусь в салоне болида Формулы-1, команда Red Bull. Проверяю и тестирую педали Thrustmaster T3PA. Здесь установлено сразу же три датчика Load Cell, газ, тормоз, сцепление. Сцепление здесь не используется. Ну вот так вот выглядят педали. Все равно я тестирую в любых симуляторах или аркадах. И вот вы видите, как это тестируется. Для теста я использую настройки по умолчанию. Предустановка 4 стоит, увеличенная максимальная скорость. И по помощникам настройки помощь. Стоит Элита. Напишите, как убрать динамическую траекторию, мешает 2D. Она неактивна почему-то здесь у меня. Убрать нельзя никак. И настройки симуляции. Реалистично. Как-то так. То есть у меня настройки соперника использовать. Ну, не знаю. Давайте попробуем использовать. Так, на трассу 6. Круг схода. Посмотрим, что тут у нас настроено у соперника. Мне все равно. Соперники меня опережают пока. Так, одного опередил. Впереди Мерседес. Куча ошибок, но вот такое вот время я показал. Сто один. Есть еще рекорд. Вот это я уже Льюиса побил, скорее всего. Thank you.
Надо закругляться, показать время всегда можно. И получше, надо просто вкатиться в педали и знать хорошо трассу. Ну, покупая наши модификации, вы знаете, что они 100% работоспособны и еще и отлично едут, потому что тестируются в реальных условиях. Так не делает ни один производитель, ну кроме как Bentley, которая разбирает свои автомобили после каждого теста и продают уже потом своему покупателю. У меня тот же принцип. И на этом круге 1.36.329 мы заканчиваем тест. Классные педали.